Пройти 6 врачей всего за 1,5 часа могут камчатские малыши до 1 года. Раз в неделю в первой детской поликлинике Петропавловска для детей и их родителей открыт так называемый «зеленый коридор». Сегодня плановый профилактический осмотр несовершенных детей в декретированные сроки для раннего выявления патологии. Деткам дается «зеленый коридор», именно по вторникам им дается «зеленый коридор» для того, чтобы они в 1,5 часа прошли 6 узких специалистов. В том числе ЭКГ, сдали анализы, если надо, пошли на прививочку и сделали заключение педиатра. Каждая медсестра следит за закрепленными к поликлинике детьми и приглашает родителей с малышами на осмотр, когда тем исполняется месяц, 3 месяца и год. Пациенты приходят в регистратуру, а затем в плановом порядке проходят осмотр. Принимают их такие узкопрофильные специалисты, как ортопед, невролог, лор, хирург, офтальмолог и специалист ЭКГ. Мне бы хотелось сделать большой акцент на том, что за первый квартал 2024 года профилактические осмотры, выездные в школах и садах, нашими узкими специалистами проведены в количестве 12 600 детей. Это колоссальная цифра. Впервые за все проведение профосмотров за такой квартал очень огромное количество детей осмотрено. Но также мы проводили осмотры и здесь, в поликлинике. 21 500 детей узкими специалистами принято здесь и оказана помощь. Отметим, что помимо зеленого коридора по вторникам, по четвергам в поликлинике проводят профилактические осмотры детей, которые состоят на диспансерном учете.